Максон у нас разгоняется через фанбокс, перелетает очень прикольно, красиво, сразу. И он отбивает противника через фанатолик. Делаем прямо перед нашими судьями, перешел в другую зону. Сразу был фронбрайчик исполнен. И 15 секундочек у нас с тобой позади. Итак, едет у нас дальше. Раз, два, вид на хил, на вид. Был исполнен почти. Очень классно и хорошо. Но, как говорят наши судьи, немножечко под стабильностью нужно, да, поработать. Итак, сразу, вид, здесь на столик. И еще раз решил нас, да, повторим, круга добраться. Это, в принципе, тоже правильно. Итак, 35 секунд у нас с тобой позади. Остается буквально там 20 секунд, чтобы нас очистить и показать, где стоит самый жесткий путь. Итак, Максончик у нас стоит на хибл, на хип, на фромбрае. Между прочим, это достаточно классная линия. Правда, он, видимо, хотел сделать фромбрай на мэну, но стоило там немножечко не ударить. Итак, видит у нас дальше на стольчик, вот он. Сразу будет что-то помнить, Баттеркап, по-моему, хитрит на пирамидичу. И время у нас такое, на этом последнее на столь. Попадил Максону! Нету бичку, да. Максон, ты красавчик, было реально очень классно.